Можно вообще спросить, а когда Путин задумывал войну, это вот одна из вещей, которая меня тревожит. А вот все думают, что его главной целью было захапать всю Украину. Бесспорно, да? На самом деле его главной целью было захапать всю Украину. Но я думаю, что его не менее главной целью было, наконец, посадить Россию за железный занавес. Причем так, чтобы этот занавес ввел сам Запад. И сказать, что вот смотрите, какие они плохие. И переключить все контакты России с Европой и США, которые там имеют обыкновение предъявлять некоторые моральные претензии, на Китай и Индию, которые занимаются реал-политик, и никогда таких претензий не предъявляют. И, кстати говоря, это Путину удалось. Единственный минус, что у него, с его точки зрения, произошло, он рассчитывал за этот занавес гораздо больший кусок Украины утащить, чем у него получилось.